Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки Валберес, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки Озона, что здесь у нас интересного? Ну, во-первых, это увлажнитель для лица. Это просила Ксюшка. У нас такой был раньше из Фикса, маленький, вот ей срочно понадобился, она прям захотела. Нашли самый дешевый с более-менее нормальными отзывами. На Озон. Господи, уже запуталась. Вот, сейчас откроем, посмотрим. Здесь у нас от Рише спрей для кожи головы, для волос. Девочки хвалили, а в отзывах пишут, что он чистоту даже продлевает при корневой зоне. Так, протеиновый тоник спрей с витаминами для роста волос. Он такой, говорят, освежающий. Мне кажется, сейчас на лето вообще тема. И я, в принципе, люблю какие-то вещи, которые продлевают чистоту волос. Соответственно, усиливают прикорневой объем. О, запечатано все пришло. Сейчас откроем. И две пачки корма для кота. Была акция на Пурину. Берешь одну пачку, вторая с 40% скидкой. А в районе 600 с чем-то, по-моему, рублей получалась пачка 750-граммовая. Поэтому взяла, цена достаточно выгодная. Взяла для кошек с чувствительным пищеварением индейку и для домашних. Он у нас домашний, и везде у меня индейка. Одну индейку, короче, будет есть. Ну и ладно, пусть кушает. Цена адекватная. Поэтому так, да. Выглядит сыворотка в стекле. Для меня это шок. Слушайте, за 300 с чем-то рублей сыворотка в стекле. Вообще, Рише очень неплохой бренд. Я раньше с ними сотрудничала, а на данный момент нет. То есть, как бы это все куплено за свои деньги. Мне интересно, но меня поразило, что это дело все в стекле, девочки, вообще. Так, какой у нас тут с вами объем? Оп. 118 миллилитров. Даже в объеме четко. И вот кому интересно по составу, смотрите, здесь метна. Мята, что ли, на первом месте? На втором мятная вода, может быть. Ниацинамид, сахар, лимонный экстракт, бетаин. Мне кажется, неплохой состав такой. Да, нанесите необходимое количество при корневой зоне, активно помассируйте кожу головы. Ну, вот как раз моим массажером. Не требует смывания. В отзывах многие пишут, что продлевает чистоту при корневой зоне. Отдельно вот так распылите, крышечку откручиваю. Еще в пупырке было все. Ну, слушайте, прям классно, классно. Так, и вот он у нас с вами портативный для лица увлажнитель. Я брала именно, чтобы он заряжался, потому что вот эта тема с батарейками я очень сильно в данное время не люблю. Сейчас попробуем. Заряжен, кстати, был. Налила водички в резервуар. Откручивается, наливается. Вот тут зарядник. Зарядник типа USB. Не Type-C, USB. Так, и вот включаем. Он загорается и очень хорошо дует. Вот ребенок захотел себе такую игрушку. Дует прям хорошо, вот реально хорошо. Водичку для лица, конечно, наливать лучше чистую. Можно, кстати, минералочку предварительно, выпустив из нее газы. И будет у нас такой тоник-распылитель. Интересно. Открыла, кстати, пахнет прям мятой, ментолом. Прям ярко выраженный аромат такой. Ополаскиватель для рта мятного. Слушайте, вот прям вообще такой мятно-ментоловый. А для чего он, кстати, он заявлен? Для улучшения роста волос и пробуждения фолликул. Но здесь у нас с вами обратный эффект идет. То есть не какой-то там разгорячающий, не печет. Должно, по крайней мере, быть. Потом в пустых баночках. Или если прям что-то вау, пост обязательно в день напишу. Такой тут распылитель. Пахнет прям ярко выраженно. Вот, обычный. Будем пробовать. Еще одна покупочка Валберес. Это кислородный карандашик Pink Magic. Покупка для тех, кто ценит свое время, кто так же, как и я, любит, чтобы уборка была максимально эффективной и быстрой. Сразу хочу обратить ваше внимание, девочки, сейчас на Валберес проходит крутейшая просто акция. Два карандашика можно взять практически даром. Почти бесплатно, вот ей-богу. Успевайте, потому что акция до 10 апреля. Осталось буквально пару денечков. Карандашики незаменимы сейчас будут просто в летнее, весеннее время. Выводить пятна, чистить подошву наших любимых белых кроссовок и так далее. Ну, в общем, запасайтесь, потому что такой цены больше не будет. Другой товар бренда, кислородный очиститель Pink Magic с более чем 5000 положительных отзывов, уже себя зарекомендовал и всем нам полюбился. Поэтому производитель проверен. Итак, давайте приступать. Карандашик можно использовать для совершенно различных видов загрязнений. Можно чистить им. Смотрите, я
уже открыла его, вытащила из коробочки и оторвала первое деление. В процессе эксплуатации мы эти деления отрываем и пользуемся. Вообще формат очень удобный. Можно использовать для очистки салона автомобиля, ковров, штор, кепок, обуви, одежды, поверхностей столов, ремешков от часов. Вообще много-много для чего. Сегодня покажу вам самые интересные способы применения. Для этого нам обязательно нужен кипяток, потому что именно с водичкой больше 60 градусов, когда карандашик вступает в реакцию, у нас с вами образуется пена. Вот таким образом мы с вами натираем вещь. У меня здесь футболочка дочери, и здесь прям много-много пятен от еды. Она уже после стирки. И эти пятна, видите, вот тут прям их много-много-много. Вот возле бабочки, вот здесь сильное пятно. Они не выводятся. А маечка классная, маечка любимая. Поэтому хочется ее привести в божеское состояние. Мы периодически в кипяточке с вами смачиваем карандаш и натираем прям вот так хорошо-хорошо до образования пены. Если пена не образовалась, значит, вы либо не горячую воду взяли, либо плохо смочили карандаш. Пена должна обязательно образовываться. Мы трем прям как следует и обрабатываем все пятна. Не удивляйтесь, если в процессе обработки пятен они у вас будут исчезать на глазах, потому что, да, это действительно мощная вещь. Действительно мощная. И смотрите, я заезжала на вот эти яркие краски, на этот рисунок. Он вот как будто, не знаю, как набивной. Не набивной вроде. Но, в общем, краски яркие и абсолютно ничего не полиняло, не повредилось. Но пятен уже практически нет. Вот возле бабочки уже исчезло. Все. Не боимся, смачиваем как следует, хорошо обрабатываем и получаем на выходе вот такой замечательный результат. Дальше нам понадобится щетка. Как мы будем с вами обрабатывать обувь? Смотрите, у меня ботинки вот эти после стирки. Тоже после стирки, но тем не менее, сейчас это очень актуально в период весенний. Пока еще много где есть грязь. Смотрите, вот так вот выглядит подошва. То есть совершенно непрезентабельно и на самих кроссовках тоже. Поэтому сейчас мы с вами приступим к ее обработке. Что мы делаем? Опять кипяток. Берем карандашик. Как следует натираем до образования пены. Опять же, места загрязнения. Проходимся везде. Здесь тоже может быть моментальный эффект. Вот за что я люблю этот карандаш. Просто великолепно. Проходимся как следует по всем загрязнениям. И дальше, после того, как у нас образовалась пена, мы с вами возьмем щеточку и будем проходиться щеточкой для достижения максимального результата. Берем щеточку и вот таким образом начинаем все это дело зачищать. Смотрите, сколько образуется пены в процессе работы с щеткой. Просто огромное количество пены, которое практически моментально разъедает все загрязнения. Буквально на глазах у нас происходит магия. Мы убираем всю пену салфеточкой и видим, что наша подошва приняла просто чистейший вид. Ну, прелесть. Быстро, эффективно, буквально за одну минуту приводим в порядок белые подошвы. Еще один интересный способ применения – это ванна, девчонки. И вот такие следы черные у меня остались на ванной после того, как дочь занесла самокат помыть домой. Она мыла его в ванне и колесами вот такую вот вещь мне создала. Она ничем не оттирается. Поэтому мы берем с вами тоже карандашик и вот таким вот образом натираем. Вот такие вот черные пятна остались на ванной от колес до образования пены. И тоже можно потом пройтись щеточкой. Немножко ее помочили. И смотрите опять, сколько пены. И пятнышки бледнеют на глазах. Собственно говоря, и все. Смыла пену из душа и посмотрите, какая чистота. Ну, прелесть же. Быстро и эффективно. Смотрим на маечку. Здесь все абсолютно исчезло. Пятен никаких больше нет. Осталось ее прополоскать, либо постирать в обычном режиме. И красота. Просто прелесть. Pink Magic, как всегда, со своей задачей справился на ура. Безопасный для окружающей среды, для животных, для деток, для людей, абсолютно для всего. Очень удобный, экономичный расход. Занимает мало места, компактный. Более 5000 положительных отзывов. Выводит самые сложные пятна и загрязнения. Поэтому я, конечно, буду пользоваться и вам рекомендую. Успевайте заказать по самой бюджетной цене. Такое уже не будет. То есть практически бесплатно до 10
апреля. Ссылочку оставляю в инфобоксе. Переходите, покупайте, и пусть ваш дом всегда сияет чистотой. Ручки Wildberries, и здесь у меня набор контейнеров. Очень долго выбирала, на самом деле, потому что я к контейнерам, ну, придирчиво отношусь. Придирчивый, в принципе, их не очень люблю, но здесь решила, что если контейнеры качественные, то это должно быть удобно. Ну, еду в холодильнике хранить и так далее. Долго-долго очень выбирала, повелась на отзывы. Давайте смотреть. Проверила их на пункте выдачи, потому что есть отзывы, где они приходят треснутые. В пупырку еще были упакованы, очень ценно. Потому что в отзывах видела, писали, в одном пакете приходят контейнеры, и все. Сейчас вот, наверное, начали в пупырку упаковывать. Но они классные. 800 с чем-то рублей, 4 штуки. Вот этот самый большой, 2 с чем-то литра. Не помню, если честно, девчонки, в карточке товара посмотрите. В чем именно их фишка? Мне понравился дизайн. Именно вот эти, которые с серым цветом, с белой крышечкой. Прозрачный, кстати. Плотный пластик, прозрачная крышка. Были еще с клапаном для воздуха. Не круглые уже, а получается такие квадратные, но с такими закругленными углами. Ну, в общем, сами пройдете, посмотрите, там выбор большой и очень много расцветок. А фишка еще и в том, что, ну, очень плотные. В отзывах писали, что даже наливают в такие контейнеры суп мужьям, и он не проливается. То есть настолько плотная силиконовая крышка с силиконовым ободом получается, да? Вот это вот силикон, это пластик, что ничего не проливается. Вот это, конечно, зацепило. Вот он один, самый большой. Переложенные они, кстати, еще вот так вот тоже. И вот так он выглядит. Плотный пластик, добротный. Абсолютно никакого запаха. Вот именно поэтому я не любила контейнеры. Сейчас, кстати, появились силиконовые. Ну, что-то ценник на них вообще. Вот прям чисто силиконовые контейнеры. Ценник дикий, надо на Алиэкспресс посмотреть. Вообще не пахнет пластик. Не любила я, потому что со временем многие контейнеры начинают пахнуть. Вот они стоят, допустим, ими не пользуешься, несмотря на то, что открытые, да, а пластик начинает пахнуть. Даже вот эта вот фирма, забыла, Tetra Pak известная. У меня много лет был желтый контейнер. Вот их бренда, покупала его дорого, прям вот дорого, с белой крышкой такие желтые. Они сейчас, я посмотрела, на Wildberries есть, но они тоже воняют. Вы меня простите, они тоже воняют. Здесь вот, несмотря на то, что герметичная очень крышка, все контейнеры плотно закрыты, вообще никакого, девчонки, запаха. Вот это вот подкупает, я это ценю. Мне кажется, я не химик, но мне кажется, что если запаха нет, то значит, это пластик хороший. Так, ну и вот следующие. Тоже переложено, тут все получается. И у нас самая такая малышка, тоже достаточно, в принципе, удобная. Там, ну, остатки еды со стола, остатки еды, так сказала, собака. Ну, что-то положить, даже кусочек маленький тортика влезет. Можно как соусницу использовать. Такой вот он, с ладонь такой хорошенький. Можно маслице хранить, сыр там, да, все, что душе угодно. Ну, прикольно, слушайте, мне нравится. Тут такая крышка почему-то выпуклая. Вот здесь вот выпуклое. А там что-то, или там что-то внутри лежит, я не пойму. Сейчас откроем, посмотрим. Там ничего не лежит, бонуса никакого не было. Она немножко выпуклая, да. Все такие я потом посмотрела, просто не сильно заметно. В общем, классно, мне понравилось. Мне понравилось, и размер вот большой есть. Можно на шашлык мясо мариновать, опять же, там, летом и так далее. Можно еду хранить, здорово. Вообще никакого запаха. Вот это прям просто респект, поэтому мне понравилось. Ну и на этом все. Все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе на карандашик Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока.